Бы. Мне твой наглый кошелек улыбается, блин. Скотина. Нафига столько кровавых осколков, блин? Что она с ними делает? Ест, засаливает, не знаю. Наверное. Вариантов много. Так вот, вот в кубе Канаем у меня валяется вот такая штука, допустим. При блокировании атаки герой получает на 60 урон меньше. Угу. Что в некоторых боссах крайне полезно. И есть еще вот такая штука. Сейчас найду. Блин. Блин. Ну вот, потерял. Короче говоря, при, грубо говоря, наличии у меня основного этого, как он называется, ресурса, который гнев, в размере 90%. А, кераса килы? А, кераса это, да? Наверное, сейчас посмотрим. Я просто не помню, что это. Я помню, что я это находил. Так, где ж ты, едай твой налево? Кераса, кераса, кераса. Минуточку. Сейчас. Не то, не то. Да, вот, кераса акилы. Так, а это что у меня? Ну так вот, да, кераса акилы. То есть, который пока у героя наличие более 90%, основного ресурса он получает на 50% меньше урона. Я сейчас основным ресурсом не пользуюсь вообще. То есть ну, просто. Тебе, значит, обязательно нужно ее использовать. Так вот, а я ее, балбес, разобрал, я думал, у меня их две. А в этом у меня... Вот, а сейчас у меня, благодаря моим шмоткам... сейчас, где это? В течение 20 секунд после нанесения урона умением бомбардировка весь получаемый героем урон снижается на 50%, опять же. Угу. То есть, почему у меня бомбардировка-то каждые 6 секунд херачит? Нафига мне это нужно? То есть, у меня постоянно, вот, если добавить еще эту керасу, еще минус 50%. Вот в таком ракурсе, теоретически, я смогу что-то уже из себя представлять. Ну да. Кстати, у меня примерно так же как раз и строится мое выживание. Только у меня не кераса, у меня немножко другое. Но это, кстати, керасу я использовал на некроманте. Но это я хочу попробовать. То есть, мне надо сейчас найти и просто сделать это, и вообще посмотреть, что из этого получится, не получится. Потому что шипов у меня сейчас... Ну-ка. Ну да, не так сильно уж оно и повышается. Ай, подожди-ка минуточку. 147. 188. Ну ладно, не так уж это и сильно. Да, и от прироста там можно будет что-нибудь еще придумать по поводу шипов. А ты, кстати, не в курсе... Какой-нибудь камень есть, который шипы увеличивает? А, подожди, у меня же он уже стоит. Ну, чип боярский только. Да, да, да. Он у тебя, по-моему, и так стоит. Угу. Ты говорил. А максимально и... у него 50-й левел, да, у чипа? У всех этих камней? Нет, 150-й, по-моему. А, 150-й? Ну ладно, то есть керасу снять можно. Мне сейчас нужно найти эту самую керасу. И пойду я... Так, сейчас 13-й. Порт. А, мне же не Фалемский, надо пройти еще. Блин. Камни вчера кончились. Я вчера пока записывал этот, ну, писал, выкладывал. Параллельно немножко поиграл еще. Такие дела. А, ну да, собственно. Что-то затрынделись. Это всем трем. Доброго времени суток. Это канал Леди Дмитрий. Ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. И Шурик тоже счастлив. Наверное, кря. Да. Вот, мы сегодня играем в раздельные, так сказать, в раздельные игры. Шурик там фармит себе какое-то сезонное достижение, сундук и что-то там еще, да? Да-да-да. Вот, а я буду пытаться... Во-первых, выяснить, в каком портале меня окончательно прибьют. Пока что 13-е истязание. Так сказать, самостоятельно. Я такой весь самостоятельный. Прям не напрягаясь, всех раскидываешь, да, направо-налево. Прям да. Ой, хорошо. Так, вот нафига мне. Вот мне еще кольцо вообще не задействовано. Вот в этих, как его называют? В кубе. Просто нечего туда воткнуть. Ох ты ж, блин. Взял я и умер. Ну зачем ты так? Да что-то как-то это... По дурости. Не подумал. Так, боевой конь. В топку боевую лошадь. Надо что-нибудь другое брать.
Насмешка не нужна, порицание тоже неохота. Фалангу надо брать. Фалангу-то табун, пусть скачут. Отшвыривать противников. Табун же их отшвыривает. Да, отшвыривает, вот отлично. Вот серьезно, у меня кольца прям вообще здесь не задействованы. Нечего в этот не разобрать. Так не бывает, что вообще нечего. Ну смотри, у меня есть вечный союз, увеличивает существование время фаланг этих союзников призрачных. Вот. Ну ладно. Это то, что у тебя в кубе есть? Да, это то, что в кубе. Но оно у меня и в реальности валяется, не задействовано. Мне просто некуда одевать. Вот, ладно, пусть будет охрана пока, хрен с ним. Вот, что у меня еще? При подборе золота герой восстанавливает здоровье, равное количеству подобранного золота. Ну, можно теоретически взять, но это только в Нефалемском портале, а в обычном вечном, в этом в великом, от толку никакого от него не будет. Абсолютно. Есть камелия графини Юлии. Поглощает урон от тайной магии, восстанавливает герой здоровья в объеме 25. Ну, ты знаешь, да? Ну, часики, вот. Да. Вот. И ты знаешь, что удивительно, я что-то в этой игре не особо-то эти часики ощущаю. То есть я... Тебе... Ага. Нет, я сколько раз на своей вот этой стандартной стойкости в них попадал, даже когда с вами играл. И, честно говоря, люлей от обычных монстров получать как-то опасней. Угу. Ты мне вот что скажи, у тебя этот... Собрание стихий есть? Есть. А что ты его не используешь? Ну, как тебе сказать? Или оно на тебе надето? Ну, в целом, можно, конечно. Как бы, тут принцип такой, не знаешь, что поставить, юзай собрание стихий. Да? Ну, ладно, пусть будет оно. Не, ну оно ж меняется по 4 секунды там. Ну и что? А у меня все в основном... ты получаешь прирост. Хотя, с другой стороны, да, у меня ж бомбардировка каждые 6 секунд херачит. Ну. Теоретически. То есть я, например, основной урон наношу от молнии. У меня физика. Но при этом у меня собрание стихии обязательно используется. Без него урон очень сильно проседает. Ну понятно, 200%, ё-ма. У меня не 200, у меня поменьше. Не, у меня на мне надето. А, у меня это в кубе, тут все на максимуме. А, нет, вру. 200, в кубе, да? В кубе. Да, в кубе. 200. Обманывает тебя немножко. Ах, ну как тебе не стыдно? Да что-то как-то вообще не стыдно. Вообще не стыдно, да? Ах, ёлки-палки. Эх, был бы я девушкой, это было бы трагично. Но я парень, и мне похуй. Ну что? Ну, что меня обманывают и все такое прочее. А? Что из этого проблем-то делать, правильно? Действительно. Я сам сказал то, что обманываю. Ну да. Тут даже, блин, щит бы какой-нибудь найти нормальный. Мне как щит вообще не задействованный. В плане того, что у него... Он легендарный, но у него никаких этих нету. Угу. Фигнюшек. Да. Но у него блок хороший. 30%. То есть, соответственно, а у меня... 24 и 30. Сильно большая разница? Ты знаешь... Ну, у меня те, которые мне предлагают... Хотя у этого тоже 30. Блин. Как это? У меня есть два еще щита в загашнике, но у них очень сильно проседает стойкость и восстановление. Прям очень сильно проседает. Угу. А мне вот это вот совсем нехорошо. Я еще согласен, там пару процентов, но когда, извините меня, на 10% просадка, это перебор. Как бы 10% от 44 миллионов, это как-то грустно. Вот что-то. Такие дела. А насчет 24 и 30, ты знаешь, когда тебя при несрабатывающем блоке убивает первая же крокозябра, да, это очень много. Так-то у меня сейчас по факту 60% вероятность блока. С учетом наказания, которое, срабатывая, дает еще 15% на 3 секунды, блокирует удар, это дает 75% блока. Это, мягко говоря, до хрена. Тебе не кажется? Ну, понятно. То есть это прям очень хорошо. То есть иногда это очень забавно выглядит, когда какой-нибудь там с Диабло, когда дрался в этом, в портале. Помнишь, у него есть такой, этот, выдох такой, блин, как его назвать? Да, он таким, типа, огнем из рук фигачит. Не знаю, как это называется, негативная энергия или что там такое. Ну, помнишь? Я понял, да, о чем речь. Так прикольно, в тебя попадает, а блок-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 блок. Ничего не попало. Ты стоишь, думаешь, елки-палки, всего один блок бы не сработал. И мне кирдык.
Так. У меня скоро будет 700-й уровень. Ау. Дау. Чего? Просто. У меня-то не 700-й уровень. У тебя нет. Вот, вот я и ругаюсь. Помнишь Валли? Очень смутно. Ну, мультик сам. Помнишь про робота? Ну, мультики. Помню, да. Там просто момент был, когда они с этой ну, роботессой белой-то к нему домой приехали, на планете Земля еще в самом начале, считай. Ну, помнишь, там песчаная буря была, он ее притаскивает к себе, типа, спрятаться. И она там, по-моему, то ли она... А, она лампочку зажгла, прикосновением чисто. Он раз у нее лампочку берет, она не зажигается. Ей дает, зажигается. Вот так, нет, блин, этот момент я просто обожаю, потому что он берет такую лампочку, покрутил такой, знаешь, скуглился такой весь. Тау! Такой звук издал. Просто мем готовый. Так, носимый урон. Я тут эти камни смотрю просто. Думаю, что сейчас, что сейчас воткнуть. Я нашел целую кучу камней. А куда их воткнуть, не знаю. Так, наносимый питомцами урон. Что это за питомцы, я понять? Скелет, что ли, имеется в виду? А, любые... Кого ты так иначе призываешь? Прикольно, наверное. Вот. Забавный момент, как мне кажется. Ты же в курсе, да, что тут есть камни, которые просто снимают количество урона? В смысле снимают? Ну, вот эти вот легендарные самоцветы. Уменьшение, получаем не физического урона на 10%. Это этот. А, ну да. Вот. И есть еще... Сейчас, как же он называется-то, ёлки? А, вот это что ли? Нет. Этот. Не то. А, вот. Оберег от ран. Уменьшение урона в ближнем бою. Да, именно в ближнем. Вот, чё за хрень? Меня просто очень часто убивают всякие скелеты, ё-моё. Чё за херня? Почему в ближнем? Где у меня? Меня в основном убивают от дальнего боя. Вот именно, я говорю, что за бред вообще? Почему так сделали? Что за это? Что за несправедливость? У меня, конечно, все ближний бой, как говорится, в основном. Не, это ты бьешь в ближнем бою, да. Да. А противник тебя бьет дальнего, у мелкими дальнего боя. Вот и я о чем, сволочи. Я просто думаю, надо вставить какой-нибудь самоцвет, который снижает этот урон, получаемый от всякого разного, почему бы и нет. Попробовать. Вот смотрю, какие вообще тут есть критические удары. Это не для меня. Кару. А с другой стороны, может лучше взять что-нибудь на атаку. Чтобы выносить их побыстрее. По-хорошему-то. Я, кстати, один самоцвет понять не могу. 35 всего получаемого героем урона наносит ему с задержкой в течение 3 секунды. Это зачем? Это что-то... Может быть, чтобы он успел как самоотхилом что-то как-то прохилиться. Ну, вот первое, что приходит на ум. Ну, что-то да, но тоже, знаешь, 3 секунды. У тебя не так много отхил, честно говоря. У многих тут как-то отхил как такового нет. Такого прям, чтобы перебить это, ну, все. Смотря у кого. У меня, например, именно с руки-то отхил очень хороший. А, у тебя восстановление свое, родное? У меня этот... Фу, блин, отвлекся, вздох. На... То ли сама умелка это дает, то ли ее руна от умелки дает такую штуку, что когда у меня прожато умение возмездия, сейчас скажу, сейчас из боя только выйду. Да ладно. Возмездие. Ай, блин. На руну мрачной души, по-моему, она как раз. Во-первых, она увеличивает просто мой реген сам по себе, как есть. Во-вторых, очень сильно увеличит мой реген, когда я наношу урон. Хм. Прикольно. Поэтому мне нужно постоянно дамажить. Это еще раз что у тебя? А умелка? А, умелка. Умелка. То есть не камень, не самоцвет какой-нибудь? Нет. Угу. Убить капитана Кейджа. Николас Кейджа.
Кейси Кейджа. Или Джонни Кейдж. Джонни Клетка. Ты знаешь, да, что Кейдж это клетка? Да-да-да, я знаю. Это как, блин, кто там, Куплинов, что ли, прикалывался? Шикарная, да. Говорит, парочка. Джонни Клетка и что-то там Соня Бритва. Я долго хохотал, блин. Соня Бритва. Так. Я тоже это смотрел. Раз в 3 секунды. Блин. Ту-ру-ту-ту. Всего-то 15% вероятности. Как-то это маловато. Капитан Клетка умер. Бывает. Так, холод, холод. Да где он опять? Куда? А ну на место. Каждые 3 секунды. Я, так кажется, осмелилась осквернить склеп короля скелета теплом жизни. Срочно остывай. Как он теперь жить-то будет? Он же скелет никак не будет. Так он же, да, действительно. Он, понимаешь, чего боится? Он, видите, вот именно, он скелет, понимаешь, как бы разрушаемая хрень. Если жарко, его же быстро растает, как на кусочки растащит. Ну, да. Он поэтому, типа, ты что, охренел? Я и так уже на состоянии костей разложился, блин. Тут оставшийся, понимаешь, сейчас уйдет. Фу-фу-фу, уйди, говорит, от меня, теплое существо. Да-да-да, точно. Уйди от меня, теплое создание. Не соблазняй, говорит, своими округлостями. Ты бы еще к нему, понимаешь, без лифчика приперся. Да ладно, он все равно умер. И что? Нет, в смысле, он снова умер. Так, ну ладно. И представляешь, как обидно. Он же вечный. Вечно молодой, вечно пьяный. А тут красивая девка приходит. А он сделал с ней. А что ему с ней делать? О чем? А что он может сделать? Вот и я о чем. А мысли-то остались, понимаешь, как бы вот. Чего, блин, давно уже не Как это? Чего-то хочется, а чего хочется, непонятно. Видишь, какая проблема-то. Действительно. Так, итого у меня есть 15 сундуков. Надо еще столько же. Мощно. Попробуй-ка вот этот камень прокачать, который сила света. Что-то я, по-моему, задолбаюсь. Задолбаешься. Эффективность умения, наносящий физический урон. То есть на камне это не распространяется. Ладно, пойду-ка я. Хватит стоять около сундука, блин. Пора уже в порт. Заоткрыл портал полчаса назад и стою тут, любуюсь на него. А зачем так? Нет, так. Я обычно не фалемский открыл. Все нормально. Все равно не надо так. Можно. Надо. Это неправильно. Правильно. Нет. Сдохните, плюшевые. Если уж пошел убивать, то надо... Ой! С шашкой наголо. Лежать, твари, всех порву, моргало, выколю пасть, порву, иди отсюда! Это кто там в меня дыхнул? Ах ты скотина! Иди сюда! Так, ну... Из того, что я вижу, на 13-м истязании врагов у меня пока нету. То есть тебе на изи, да? Вообще на изи. Прям вот совсем-совсем на изи. Это хорошо. Это очень хорошо. Нет, я сейчас пройду этот портал, пройду истязание. Ну, как его, не истязание, великий. Так сказать, для галочки, чтоб было. Угу. И потом повышу. Соответственно, не фалемские. Но они не то чтобы меня не пробивают. Я их убиваю легко, и мои блоки достаточно хорошо на них на всех срабатывают. То есть, как бы. Угу. В целом,
Но это именно весь соло. То есть, если бы ты здесь был, все возможно было бы не так радужно. Да не, вряд ли. Скорее всего, так же. Нет, просто я бы не успевал столько народу убивать. Просто ты бы стоял где-то сзади и всех бы мочил, скотина. Да. А как иначе? Опа. Хочешь прикол? Че, ты умер? Нет, сейчас только что, как эти штуки называются? Я в джунглях, есть же там такие круглые эти, как их, взрывающиеся растения такие странные. Ага. Вот. Короче, я подхожу к этому растению, ну оно типа такое задергалось, я отхожу от него спокойно, летит летучая мышка, которая хочет меня атаковать. Подлетает к этому растению, растение срабатывает, мышки херлык. Опа, на них тоже что-то работает? Похоже, да. Я что-то только, скажем так, либо Иринка чем-то замочила эту мышку, что я не заметил. Либо мы раньше внимания не обращали. Да, либо мы раньше внимания не обращали. Ну, дайте вы мне умелку. Умелку-то сделать. Есть. С Ириной одно удовольствие бегать. Бежишь на группу элитных монстров, чпонька, все кудахтают. Шаман. Не, я все-таки обычно с кормиком бегаю. А он чуть. А он чем лучше? Он лично мне комфорт тем, что он себя агрит. А. Иринка, она контролит. Слушай, кстати, а ведь действительно, если поставить ему хрень, которая не дает ему умереть, правильно? Он да. Будет, он прям на себя их стягивает всех, да? Хм. Да, надо будет попробовать. Вот конкретно сейчас у меня такой хреньки нет, она на некроманте. Ага. Нет, на Иринке у меня как раз неубиваемая эта, которая не позволяет ей погибнуть. И она прям очень хороша в плане того, что превращает всех. То есть, да, контроль прям очень хороший. Делает, так сказать, все в ее силах, чтобы облегчить мне жизнь. Так, не ори на меня. Жопа толстая. Ай-яй-яй-яй. Не грози мне. Не грози Южному Централу. Точно. И им тоже не грози. Открываюсь, он себя отпадает. Блин, на районе как-то было, не помню. Не грози Южному Централу, попивая что-то там у себя на районе. Вот что... Сок. Попивая сок. Сок, да? Не пи. Я просто не помню, что именно они там пили. О, святилище защиты, все. Можно не париться. Они до этого меня пробить не могли. Читер. Чё, сам ты читер? Ну-ка, плюнь. Блок. Нет, да не ты. В игре. Растение. А ты не плюй. Не плюй в колодец. А, ну в колодец ты понимаешь, что плевать не надо. Вылететь не поймаешь. Ой, литочка. Хорошо, как. Поставь на место. Я ранен. Умри и побыстрее. Вообще, меня знаешь, что удивило? Что... Помнишь, я за этого за варвара-то играю? Угу. Там же у них есть эти вызываемые древние. Да. Вот. И у них есть фишка, что типа в умелках, если этот древний бьет, он тоже тебе эту ярость восполняет. Ага. Меня что у паладина удивило, что вот эти вот его фаланга, ну, эти всякие там стрелки и так далее, что у них нет такой функции. Потому что, честно говоря, ярости паладину не хватает просто капец как. Особенно после варвара. Может, я, конечно, просто еще не все нашел, какие-нибудь там какие-то редкие совсем уж вещи с редкими, так сказать, ачивками, возможностями, извиняюсь. Но что-то как-то пока это все грустно выглядит. Так ты же паладин, ты же добрый должен быть. Хоть и я. Я очень добрый. У меня не ярость, у меня гнев. Гнев тем более. Да, я злой. Я. Нет, ну я добрый паладин, да, но. Ну мне. У тебя злые методы, я знаю. Да. Хватит взрываться. Блин, Иринка тут курятник развела, капец. Знаешь, так забавно, вокруг тебя толпа монстров, и вдруг бац, ты стоишь в огромном курятнике. Так может она обеспечит себе комфортные привычные условия? Ну зачем ты так? Она ж не тупая, вроде она бы. Она нет, я не говорю, что она тупая. Особенно забавно... Что мы знаем про ее сестер? Они умерли. Да. И все.
То есть про их интеллектуальный уровень мы не знаем вообще ничего и можем предполагать все, что там угодно. Логично? Или не очень? Не, вряд ли уж. Хотя, всякое может быть. Чё, опять умер? Да нет, не умер. Уворачивался от одной стрелы и набежал на другую. Бывает. Не умер, просто огреб. Не люблю этих козлобородников. Угу. Главное, самое противное, что их много. Всегда. Да. И вот что меня и удивляет, что в камнях нету защиты, просто за пассивной защиты увеличения брони, так сказать. То есть не от ближних там или еще от каких-то, а просто увеличение брони. Все, показатель твоей брони увеличивается. Как по мне, это был бы идеальный камень для очень многих бойцов ближнего боя. Я бы сейчас его вставил просто без разговоров. И качал бы, качал, качал и качал бы бесконечности. В этом есть смысл. Я бы, наверное, тоже. Ну, мне просто, знаешь, мне всегда танки нравились. Во всех играх. Мне почему-то, знаешь, очень привлекает вот эта вот сама мысль того, что вот так вот не бегаешь как ненормальный, уворачиваясь от всех налево-направо. А стоишься спокойно, урон принимаешь там. Агришь. И все такое прочее. Ты что, помер? Да нет. Но что-то тяжко. Слегка подзаим... У меня снова король скелет страдает. Чем он тебя так... Осквернил его склеп теплом своей жизни. А может, оставишь ты его, дядьку-то, в покое уже? Что-то к ним пристал. Мне поручили его убить. Знаете, сколько его... можно? Он уже... Этого дядьку сколько раз уже убивали? Оставьте его в покое. Меня это мало волнует. Он же бессмертный. Как там что говорит сегодня? Понедельник. Пошли короля скелета убивать. Пошли. Где-то там король скелет. А, отстаньте от меня. Вечно. Не, ну а чё он? Он уж скоро абонементы должен начать продавать на убийство его любимого. Блин, с этим превращением Иринским я сразу шамана вспоминаю из Доты. Помнишь, да? Шаман. Как не Шэдоу, как или Шэдоу. Шэдоу шаман. Просто это, знаешь, так забавно, когда всех перебил, и вдруг смотришь, у Иринки какая-нибудь одна курица несчастная крутится. Подходишь, такой, сейчас я ей врежу, а тут из курицы какая-нибудь хрень. Как вылазит здоровенная, блин. Здесь и тера. Не то, что по ушам, но это очень смешно выглядит. Знаешь, ой, последняя курочка. Ну и кто у нас там? Ох, мама родная. Какой здоровый спрятался. Почти прошел. Страж портала, вылезай. Что значит страж портала нашел меня? Это я его не нашел, не он меня. Пепел. Это как думаешь? Так. Давайте вызывать всякую хрень. Я нашел нужный мне пояс. Повезло. Нашел нужный мне пояс, но он не древний, а мне хочется древний. Я возвращаюсь в город. Ладно. Немножко меньше урон. Выживаемость. Ах, красота. Слушай, сейчас очень красивый момент был. Пытаюсь телепортироваться в город. Ко мне бежит монстр. Иринка, чпок в курицу. Телепортация почти закончилась, я исчезаю в этот момент, одна стрела такая, шум, пролетает, как ушел в последнюю секунду. Бесит эти нефалемские порталы тем, что там не умирают все в битве с боссом, блин. Это да. Ты уж его закончил как-то, а там кто-то бегает, что-то надо зачистить сначала всех. Ах. Так, что тут у нас хорошего, интересного. Хрень. Так, какое-то кольцо оранжевое. Иногда духи из кольца преследуют ваших. Разобрать. Это туда. Сердцекол бесполезен. Разбирать. Все разбирать. Это, если что, можно будет тебе присоединиться
Что за этими, за материалами сбегать, если когда они у меня кончатся. Это не вопрос. Просто. Я-то еще долго буду сидеть. Ну да. Просто однажды у меня материал для разбора кончится. Можно будет спокойно. Ничтожный разум. Ничтожные цели. Там же, по-моему, на твоем истязании по 22 этих дают плюшки. Да. Вот. Чтоб, так сказать, по максимуму затариться, пробежаться разок. Мне, кстати, выпало сегодня кольцо головоломка. Пойдем? Да еще и древнее. То есть должно быть больше гоблинов, если верить Кхарну. Тогда надо ждать Кхарна. Так, берем 59 уровень портала. Фух, и идем пить рожи. Бить рожи всегда хорошо. Выстоишь ли ты? Выстоять-то выстою. Успею ли? А ну, не сметь меня кушать. Я невкусный. Уйди от меня! Я ты думаешь, то, что невкусный. Да невкусный, невкусный. Куда вы там лезете, сектанты проклятые? Блин, Кормака хотел же взять, ё-моё. Ай-яй. Я серьезно ранен. Долбанный скелет. Вот как только появляются какие-нибудь стрелки, все, ты начинаешь умирать, блин. Я уже немножко, конечно, придрочился уворачиваться, но все равно с ними тяжко, да. Ну раздражает на самом деле. То есть стоит там все, бац, одна стрела, бац, одна стрела. Главное, хрену вернешься. Тебе все равно попроще. Ты понимаешь, ты же всех бьешь на дистанции. А у меня вокруг весь толпень, блин, топчется. И я просто могу, как это, могу не обратить внимания на эту одну несчастную. Куда демона дели? Отдайте. Ну, здесь один маленький нюанс. Я стараюсь бить с дистанции, но чаще всего я где-нибудь посреди толпы. Я не могу бить с дистанции. Ну-ка не бояться, блин. Паладин, ты что, охренел? Тебя напугали? Меня напугали. Какой ужас. Точно. Сам в шоке. Согласен. Полностью с вами согласен. Ой, Ринка молодец. Давай. Создавай курятник. О, поддержка. Вот эта тема. Я бы, конечно, силу или защиту предпочел. А лучше молнии. Ну, пока вроде... О, следующий уровень. Пока вроде неплохо. А где это? Ой, нет, блин, стрелки. Козлы. Козлы. Ой, козлов не люблю. Где там гоблин орёт? Вот, нашел. Ох ты, еще и студень. Кто? Сэр Студень. А я не помню, честно говоря, кто это. Это тот самый, который делится на кучу мелких. А-а-а. И они, сука, разбегаются. Ну, это тебе в садике надо постажироваться. Да. Ну-ка, не смей убегать, когда я тебя убиваю. Правильный девиз. Стой спокойно. Меня тоже бесит. Ты, понимаешь, душу вкладываешь, стараешься, он убегает. Кажется, один убежал. Ну, один, это не страшно. Я, кстати, сегодня очень неплохо поднял, пока бегал по этим поручениям, неплохо поднял себе дыхание смерти. Долбаные копьеметатели, а! Как вы достали! Иринка! Как его? Курять их всех! Курять? Курять. Ну, как еще назвать? Опять дождь пошел. Сколько можно? У вас дождь там? У меня солнце. Да весь день сегодня. Ну, с утра был. А сейчас солнышко хорошо. О, столб силы. Вот эта тема. Да проклянет вас свет. Ну, действительно. Одних этих козлов с их копьями было мало. Давайте еще скелетов добавим с луками, блин. Полная жопа. О, наконец. Все, вот ты любишь. Элитный.
Это первый элитный за последние несколько минут, блин. Сдохни, сдохни, волчий хвост. О, еще одна элиточка, отлично. Что-то у меня легендарки так и сыпятся. Хорошо же. Ну так-то да, только если бесполезные. Ну, ресурс хотя бы. Угу. Хотя бы. Ну-ка не уходить, блин. Стоял, кидался копьями. А чуть что, сразу сваливаешь? Так. Да. Кто тут защиту накладывает, сволочи, блин? Ой. Ну, сволочи накладывают. От души меня только что пробили. Слушай, да хорош, хорош топаться, зараза, блин. За одной элиткой гоняюсь, гоняюсь, как догнать не могу. Прыгает и все туда-сюда. Он тебя боится. У тебя, наверное, лицо страшное. Ну, нет. Я причесался, помылся. Не побрился, правда, это да. А, ну вот. Вот чем думаешь в этом дело, да? Угу. Эх. Может, перестать верить маме, что я самый красивый? Ты еще в это веришь? Конечно, это ж правда. А ты не обманули. Маму обмануть не может. Это ж мама. Мама может доброжелательно заблуждаться, да. Как там мамин бродяга, что там? Папин. А кто папин, не помню. А, мамин бродяга, папин симпатяга. Или папин бродяга, мамин симпатяга, что-то такое. Доходяга, блин. Кто, я? Нет. Папин. А, ну пусть так. Так нет, доходягин это бабушкин, скорее уж тогда. Ну да. Так, ну в целом. Я, блин, доходяга, как из меня балерина. А я хреново танцую. Прям совсем. Нет, чтобы сказать, что ты курсы балетного мастерства заканчивал. Я уж думал, комплимент мне сделать хочешь. Эх. А, ладно, окей. Ты великолепнейший доходяга. О, спасибо. Просто я всегда сказал эталонный. Эталонный? Да. Панталонный, блин. Внучка говорит, почем эти трусы? Это, бабуль, не трусы, а панталоны. Ну, ё-моё, трусы и те панталоном. Ужас. Ужас. Так. Как теперь бабушке жить-то? Ну, это другой момент из серии. Зашла старая-старая бабуля в магазин нижней одежды, посмотрела на стринги, говорит, дочка, говорит, это чё ж такое, говорит? Это, говорит, ну, это, говорит, трусы, бабуль. Вот те раз. Тут, ведь, говорит, случись чего, и обосраться некуда. Ну, да-да-да. О, элитный, ну-ка иди сюда. Я тебе поставлю, блин. Че он там стоит? Да эти часики свои. А, доели, блин. Часовщики проклятые. Трепещите перед закоромом. Блин, я вообще их... А, нет, у меня сейчас защита стоит, ладно. Я уж офигел, думаю, обалдеть, я часы игнорирую. Так, тупик. Тупик. А зачем ты игнорируешь часы? А чё у тебя же вроде камень не используется. Вот и я. Нет, у меня это защита. Как ее? Столб. Столбик защиты. Вот я уже тоже офигел, подошел проверить, а эффекта нет, думаю. Приплыли, блин. Раньше эту магию боялись. До усрачки, до чертиков, а теперь вообще наплевать на нее. Ну, 2%. Где вы бегаете? А. Вот, сундук проклятый очищаю, 100 мобов.
Вот ни одного лучника вообще на изи прохожу. С лучниками могу сдохнуть. Как нехер делать? Я что-то не понял. Почему кто-то в живых остался в великом портале после того, как я вызвал хранителя? Да. Так. О, личный рекорд времени у тебя, раз. Да? Я не обратил внимания. А, ну так я же портал-то этим паладином-то проходил. С вами же. 59-й портал. Ну да, то есть я же не все подряд прохожу. По-хорошему надо все подряд, конечно, проскакивать. А, не обязательно. Ну да, смысл. Хотя, может, там есть какое-нибудь достижение серии «Одинокий задрот»? Нет, такого нет. Думаешь? Я смотрел. Я просто недавно получил несколько достижений из серии, что-то там полное одиночество, еще что-то такое. Ты настолько одинок? Да. Какой ужас. Мне срочно нужен хомяк. Жрет мало и умирает быстро. Ты с ним что делать собрался? Чтобы он умирал быстро. Не скажу. Так. Не скажет он. Тоже. Если ты этого хочешь. А, бесполезное говно. Так, это мы... По-моему, это мы выковыривали. Да, мы это уже выковыривали. Это... Ничтожный разум, ничтожные цели. Это что за гадость? А, я сегодня еще и по работе успел, мне с работы звонили. Зачем ты так? Ну, я предупредил, что если вдруг что, я по телефону доступен. Ага. Ой, подождите, куда мой меч делся? Эй! Жесть. Я немножко даже испугался. Чё такое? Кто тебя обижает? Взял эти зеленки из рюкзака, и меч пропал. Думаю, что за хрень? Куда делся? Туда-сюда. А вот он. В сундуке почему-то сам первый слот переместился. Забитая душа. Так, где-то у меня что-то я тут хотел переделать. Вот, умение наказания. Сейчас мы тебя перекрутим, что-нибудь нужное. Тут доел уже это наказание, блин, сколько можно с собой таскать. Говно бесполезное. А, подожди, это же не говно бесполезное. Это нужная вещь. А, черт. Ошибка. Вот же, блин. Здоровье в секунду. Нафига мне здоровье в секунду? Толку от этих секунд, по-моему, вообще никакого. Я не знаю, ты слышишь, как у нас сейчас барабанит по крыше? Нет, не это не проходит. Это хорошо, потому что громко. Ну, у меня тоже, когда дождь был по подоконнику от души так шарашило. Подоконник же старый этот, жестяной, покрашенный. От него звук... У меня по крыше балкона. А, звук такой хороший от него идет, прям не хочу его менять. Так, 15% здоровья, 397 брони. Окей, попробуем. Не то. Не то. Ну, это даже не смешно. Да. 397. Что лучше, броня или здоровье? Черт его знает. Честное слово. Тут же для каждого класса по-своему. Наверное, все-таки паладину броня актуальней. Как мне кажется. Все ж таки. А блин, дайте мне тэпнуться у шлепки. Не дадут. Пум-пурум-пум-пум.
5 в секунду. Нафига мне восстановление здоровья в секунду? Ну что, тогда от удара лучше. Хм-хм-хм. Спортление всем стихиям. А стоп, я что, уж выполнил, что ли? А, что тут бегаю, если я все выполнил. А что случилось? Не заметил, как все сделал? Ну. Типа того. Бывает. О, 98 к сопротивлению всем стихиям. Берем. Почти максимум. Так, хорошо. Что у нас тут еще можно перекрутить, пока я этим занимаюсь? Так. А, второстепенный, кстати. Ёлки-палки. Эффект шипов. Точно, точно. Хорошая вещь. Ты у меня даже не изменённая. Ну-ка, шипы есть. Яду. Физический урон, огонь, тайная магия. Вот, показатель эффект шипов. Берем. Какой максимум? 2880. Смотрим. Эффект шипов. Сейчас опять все камни просру, блин. Ну что ж такое-то, а? О! Я ждала этого 1500 лет. Что такое? Может, мне снова уснуть? Ну, то, что нужно, выпало, да и Иринка буянит. Я, говорит, ждала, говорит, этого 1500 лет. Может, мне снова уснуть? Выпендривается, зараза. Стоим, говорит, долго, типа. А. Сейчас уволю нахрен. Она тебя еще и торопит. А меня торопит. Уволю нахрен. Куроводка несчастная. Но она же полезная, сам признаешь. Курощупка. Полезная. Когда молчит. Так, вот, 2605. Чуть, блин, хотя. Че из этих 200 сейчас все камни просру, блин. Так, окей. Что еще тут можно? Тут уже ничего, тут уже ничего, тут тоже. Здесь тоже ничего нельзя. Здесь все изменено. Тут и свой показатель шипов есть. Тут тоже все сделал. Что у нас там с шипами? О-хо! 198 тысяч. Нормуль. Шипов? Шипов. Хорошо. А умножь это еще на 15%? Да-да-да. Я говорю, хорошо. Хорошо. Урон сейчас очень хороший. И стойкость 48 лямов на постоянной основе. Мало. Нормально. Мало. Мало. У меня 19. Мало. У меня 19. Мало. Нужно в 20 раз больше. Да я знаю, что мало. Не получается больше сделать. Это у тебя. А мне нужно больше. Нужно больше. Так мне тоже. Когда? Нужно больше золота. Нужно построить зиккурат. Должно. Точно. Так, что у нас там по камушкам? Собрать, что ли, немножко? Собирать чуть-чуть. Того всего этого. Всякого разного.
Нормально, кстати, я уже насобирал сегодня около 1000 дыханий смерти. Клёво же. Вообще офигенно. Ну, тут с камушками развлекаюсь. А я тут собираюсь убивать деву похоти. Шурик, ты, по-моему, не очень понял, как с ней надо обходиться. Да нет. Ее надо... Все правильно. Нет, нет. Не надо ее не убивать надо. Ее надо это самое... Ну... Похотить. Агитировать. Да. За переход, так сказать, на нашу сторону. А то что она там в подземельях у себя сидит? Там сыро, стрёмно. Дьяволы бегают кругом. Ну там не сыро, стрёмно, там жарко. Ну жарко, ну. Огонь везде. Тем более. Она сегодня река потная. Вот. А у нас тут хорошо. Светло, приятно. А ну, ангелы, наш... ангелы летают. Непуганные. А наши паучиха. Непуганные ангелы. Ой, все, наверняка она превращаться умеет. В жизни не поверю, что у, нет, что у нее нет такого полезного навыка. Фиг знает, но я ее убил. Эх ты. Зато сколько ног. Сколько ножек. Ищи поручик. От дурака слышу. Так, 13-е истязание. Круто, конечно. Перебираться надо. А следующее, 14-е. Чтоб нефалянский портал был поинтереснее фармить. А для этого из игры надо выходить. Ё-моё, сколько всяких действий ненужных. Ну да, а так и хотел. Вообще что-то странно, почему можно понижать уровень сложности, но нельзя повышать? Что-то за... Какое-то странное ограничение такое. То, чтобы повысить, тебе реально надо выйти из игры и зайти обратно. Скорее всего, им алгоритм был лом прописывать для повышения. Ну что, для понижения, значит, не сложно, а для повышения сложно. Что-то как-то ну, это... Видимо, там есть свои заморочки. Наверное. А заморочка называется «Я ленивая». Возможно. Ну шо? Что там хаваешь? Яблоко. Птиц. Вкусное красное яблоко. Блин, мясо что ли захомячит? Ты охренел? Я тут яблочками питаюсь, он там мясо хомячить будет. Ну, у тебя же вкусное красное яблоко, а у меня вкусное... Красное мясо. Не красное, оно уже печеное, испеченное. А, блин. Так, стоп, я опять Кормак забыл взять. Пока далеко не ушел, надо его взять. Да, я, наверное, авку сейчас пойду схожу за мясом. Да, чиши. Так, а Кормак у нас убиваемый. Блин. Еще и слабый. Ладно, будем бегать с Иринкой. Так, где вы там? Так, а вот здесь тоже посложнее. Да сдохни ты, плюшевый ублюдок. Здесь уже, мягко говоря, посложнее. То есть, грубо говоря, 14-е истязание для меня это уже что-то, что имеет серьезный и опасный эффект. Да хватит пугаться. Трепещите перед Закоромом. Ай, помру сейчас. Сразу столько элитных паков вокруг, а? Достала тварь, блин. Так, а вот же тут где-то был еще один, а? Нет? Показалось? Показалось. Жалко.
Действительно, как нам такое? А, ребят, как нам такое? По-моему, мягко говоря, неплохо. То есть 14-е истязание — это наше, скажем так, уже препятствие. Здесь нам уже дают люлей. В плане урона. Надо еще посмотреть, как я себя буду чувствовать на... Тут... Да. Ты знаешь, на 14-м уже как-то так поинтереснее. Напряжно убивают? Нет, не напряжно убивают, но, скажем так, уже, во-первых, я не ваншотаю, не всегда. Угу. Вот, то есть уже как бы есть некое такое препятствие. То есть как бы я подбираюсь... Наверное, 15-е будет моим потолком, не потолком, но уже чем-то... Скажем так, опасно. Ну, так же интереснее. Ну да, естественно. Дольше, но интереснее. Блин, такое бодрое начало было. Аж то ли два, то ли три элитных пака вылезло, я так и не понял. И все. Все, видать, в самом начале и были. О, нет, ошибочка. Опа! Я слышал гоблина. Мочи его. Вали его на бок, ломай ему член. Сейчас. Не смог я взять Кормака. Гоблин, скотина, я тебя найду сейчас. Хихикай. Кормак был против, что ты его брал? А, во-первых, он очень слабый. Он у меня вообще не прокачанный. И у него ничего нет. Во-вторых, как оказалось, у меня на него нету этой... Как они называются? Бессмертной херни? Да. Минуточку. Что происходит? Почему я продолжаю слышать гоблинов? Не понял. Одно из двух. Либо у меня звук в игре заглючил. Капитально. Либо в округе как минимум еще три гоблина тусуются. Может быть. Если тебе повезло, ты набрел мне в толпу. Да, ну где? Запуск. Да! Етить! Шурик, быстро подключайся ко мне! Их тут... Я же... Забей, я же не... Убивай. Я много раз с ним уже сталкивался. Убивай. Я пытаюсь. Стой! Жесть, тут реально жопой, пардон, жуй, блин. Ай, стой, нет, не смей, не смей. Стой, зараза! Вам не повезло. Все, что ли, вроде кончились. Но я, наверное, целую кучу упустил. Ну как меня сейчас выручала моя умелка? Мой... У меня тоже гоблин. Этот, мой пояс меня сейчас выручал просто неимоверно. Ну, а который бомбардировку пуляет во всех. Ну, какой-нибудь там уходит, бац, в него этот прилетает метеорит. Ну? Ну, где следующий-то, блин? Да. Не сказал бы, что я много насобирал. Так. Да. Вот сейчас бы мне варвар в той ситуации очень пригодился. С его сейсмическим ударом. Они бы у меня вообще не вылезли. А так как... Скорее всего, да. Да где выход с этой локации, блин? Всю уж зачистил. Отпустите, гады! Ну,
понял. Ты где выход-то реально? А, вон. Обалдеть. Гнездо садоводов. Кого гнездо? Садоводов каких? Свиноводов. Гнездо садоводов. Смешно. Нет, вообще было написано, что гнездо адоводов. Но садоводу мне нравится больше. Согласен. Адоводы. Нас ждет еще одно испытание, друг. Что мне нравится у Иринки, так это ее возможность превращать в куриц вообще всех. Даже Диабло этой участи не избегает. Даже так? Да. Даже Малтейлена ухитрялась превращать. Ненадолго, правда. Но выглядело это забавно. Слишком опасно, тяжело. Наверное. Ну так. О, я перегружен. Ну, вроде бы, Мутейли она превращала. Могу ошибаться. Так. Свет назарил мою больную тушу. Так. Что-то смотрю, не так уж много у паладина всяких разных костюмов. Ну, то есть я вот сейчас полный сет уже собрал. Раз, два, три. И четвертый на мне. Блин, они мне все не нравятся. Какого хрена? Тебе не пофиг, как у тебя выглядит тот паладин? Да не, нет, по умелкам не нравится. А, понял. На внешний вид наплевать, я его переодену, если надо. И да, мне не пофиг, как он выглядит. Все блондинка. Сам дурак. Я, может, и дурак, но я все-таки блондинка. Из того, что ты мог придумать. Ты брюнетка. Ну да. Все верно, я так и есть. Иначе, но думаю, тебя не... Ой, Золтан Кул, заткнись, а. Комментатор, блин. Оживили, радуйся. Угу. Теперь осталось убить Диабло. Оставь его в покое. Его и так уже убивают и убивают. Да. Сколько можно? Не хочу. Чего не хочешь? Убивать не хочешь? Или оставлять в покое? В покое не хочу. Тоже вариант. Это скотина рогатая. Ну да. Убила Лию. Лию жалко. Ну, вообще-то это Адри, если уж на то пошло. Один хрен. Хрен, может, и один. Ли убила Адри. Диабло вообще там, что, он разок Адри, как говорится, чпокнул, и все. Вот и все его участие, собственно. Так. Он принимал участие. Он принимал участие в зачатии, а не в убийстве. Прошу обратить внимание. В убийстве тоже он жизнь ее вымкнул. Ну, но Адрия все-таки была инициатором. А он-то что, так? Адрием, да. В данном случае Диабло вообще выступает пострадавшей стороной. Может, хотел быть мальчиком, а его сделали девочкой. Может, он вообще одуванчиком хотел быть, ё-моё. Надоедает же, наверное, все время быть большим и рогатым демоном. Тоже верно. Наверное, надоедает. Ну, сейчас я врага отшибу. Он перестанет быть большим рогатым демоном. Укорочу, говорит, на одну голову, да? Ох, как я удачно зашел, а? На одну голову, на один хвост. Что там тебе дают? А, тут толпа мобов. Реально, много. А еще тут проклятущие суккубы, которых я терпеть не могу. С ихними дурацкими стрелялками, блин. Ага. Но суккуб где-то там же, где и козлы. Примерно там, на том же уровне ненависти. Точно. Yes, I am.
О! Святилище нашел. Вот дьяволы и все. Да ты ж понимаешь, что он опять вернется. Ну, естественно. О, еще один элитный пак обнаружил. Не зря пошел сюда. Решил открыть всю локацию полностью. Два элитных пака нашел в уголочках. Я выполнил свою миссию. Это кто это здесь? Эх, чуть-чуть не хватило. Вот полностью открытая локация. Прям вот, прям чуть-чуть не хватило заполнить эту нефалемскую, как ее, желтую полоску эту. Ага, понял. Прям самую-самую малость. Не знаю, процентов 5, может, осталось. Эй, кто-нибудь. Мне срочно нужны враги. Мне нравится, когда паладин у меня спрашивает у врагов, типа, как вам такое? Что он, интересно, хочет услышать в этот момент? И серия, отстань от нас, большой страшный дядька с мечом, который приходит и убивает нас, скажет, постоянно, блин. А вот уж не знаю. По-хорошему, они уже должны, все эти монстры должны при виде этих героев, должны просто с диким криком там, а, помогите, просто убегать. О, вот страж портала. А ну, вылазь, падла. Был страж портала, и нету стража портала. Мне больше не унести. Чего? Раз, два, три. Это у нас 19. Сундуков 19. Мало или много? Мало. Надо еще 11. Ну ты задрочь еще. Да. Не, ну у меня как раз остался один акт, пятый. Причем у меня снуков получается 20, и потом еще два раза надо закрыть. Кидала. А что, знаешь, сколько у меня потом будет этих ресурсов? Ты посчитай по 22 с каждого сундука. Да хренидзе. Теперь помножь на 10. Нет, что на 10? Не знаю. Я возвращаюсь в город. Почему бы и не 10? На 6, на 6. Ну до хрена, я понял. Что ты с ним только делать будешь со всеми? Тратить? Доспехи. Или копить. Какана. Смотрим. Доспехи. Какана. Так. А, ну плюс-минус одно и то же, да? Тут 0,2, тут 0,2. 14,4, 11,4. Угу. Ясно, значит эти разбираем. Ой. Мой желудок как-то странно себя ведет. Может быть, ты снова забыл поесть? Тираль тут страдает от несварения. Я решил сделать запас сразу. И ел, пока кусок не перестал лезть в горло. Так, видимо, ты переел. Как сложно быть смертным. Да, как сложно быть смертным. Это реально смешно. Так, три портала, да? Великих. Раз, два, три. Давай. Попробуем 64 уровень сразу. 64 портал? Да. О. Я сказал попробуем. Я не сказал, что пройдем. Кстати, если ты пройдешь соло 70 портал, да-да, то ты гарантированно получишь одну шмотку первозданную. Рандомно, конечно. Ага. Для охотника на демонов, да? А я не знаю. Возможно.
Ой, литрипак, наконец-то. Так, ну у меня тут слегка того. Да дайте вы собрать эти долбаные сферы, блин, чё пристали? Ну это 64-й, видишь, это как бы все равно не то. Ну почему это близко? Близко. Но не очень. Все равно еще далеко. Как это? Это близко и далеко одновременно. Ах. Долбанные лучники скелета, а. Как же они раздражают. О, да. Ну, в принципе, ведь можно помирать, да? В этом портале. В общем-то, ничего. Не полезка, да. Можно. Единственное, что потеряешь, это улучшение свое. В Нефалемском? Не-не, в Великом, Великом. А, в Великом? Да-да. Ну, как сказать, если ты в Великом будешь умирать и не успеешь по времени, то ты все потеряешь. Ну это да, это понятно. А так-то можно, конечно. Просто будет стремиться одно улучшение. Все. Это неправильно. Странное дело, что мне давно уже на этих, на компаньонов ничего не попадается, я хочу сказать. Так это же хорошо. Нет, ну почему? Я бы, например, Кормак сейчас усилил, а что-то на них вообще ничего не выпадает. Даже на Иринку, с которой... О, столб молнии! Вот это спасибо, ребята! Вот это тему. С ним про... К сожалению, на высоких порталах он уже мало решает. Ну, ты знаешь, мне... Он мне, знаешь, подспорье такое небольшое. Прорываться через толпу, прорубаться. Довольно удобно, когда тебе до кучи еще эта молния шарашит. Ну, это конечно. Все-таки. Эй, я в тупик зашел. Ну вот. О, блин. Мочи, засранца. Тут меня пытаются мочить. Ну, это понятно. Ты ж первый начал. О, блин, замочен. И я замочен. Ты серьезно? Прям даже так? Ага, лучник. Отвлекся на гоблина, лучник их промазал. Он как раз по фланг зашел. Вообще получается дичайший реализм, да, на этих высоких уровнях. Одна стрела и все, ты труп. Да. Правда, тебя можно воскресить, так что реализм немножко разбавляется. Ну все равно. А, тут тупик, блин. Так, Мултейля буду убивать в последнюю очередь. Петр, чуть ты так его прям... Неуважительно. Оставлю на сладкое. Зачем? Оставлю на сладкое. Ты что, его жрать собрался? Да. А ты нет? Да он же худой, что там... Хотя, он худенький, полезный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он не худенький, он диетический. Да. Да, попасть под несколько часиков сразу еще и электрические разряды, это, конечно, мощно. Только не говори, что ты пережил. Я это пережил. Как? Чудом! Чудо распухло и очень болит. Но я это пережил. Все-таки. Ну не забывай, у меня же пассивочка еще есть, что немаловажно. Периодически она меня, скажем так, выручает. И вот я прошел первый портал, скажем так. Первый ярус, точнее, или второй ярус. Нет, блин, запутался уже. Какой-то ярус очень я прошел. Опять козлы, ну сколько можно, а? Что это за везде живущая раса, блин? Кругом козлы. Что тебя удивляет? Ты на дорогу выйди утром. Попчи на работу. Кругом козлы. И ты один из них, что самое важное.
вроде бы стараешься им не быть, но все равно оказываешься. Так и случается. Эй, чё? Не-не-не, я не так. Ай, больно. Молотобоец? Не молотобой меня. Идрите, твое налево. Меня так веселят эти четырехрукие монстры, блин, которые так это с размахом, с таким чувством поднимают свои лапы и как трескают тебя со всей дури, блин. И ты умираешь. Нет. Не всегда. Я вот иногда умираю. Не, ну иногда. Ну тоже, по сути, не всегда. Иногда-то это понятно. Сдохни, плюшевый ублюдок. И только остался молчать. Мочи дрища, дрищено. Мочи дрищеносца. Понаставит тут своих стенок, блин. Минуточку. Тут же элитный пак был. А где еще? Че, или мне... меня приглючило. Это был не элитный пак. Ну вот, старость не радость. Меня уже глючит. А ты очень старый, я помню. Ой, все. Я еще на ваших похоронах потанцую. Танцевалка не поломается? Может и поломается. О, столб защиты. Вот эта тема. Тоже веселая. Шесть, 98. Ну давайте еще десяток тварей, блин, 2% осталось. О, давайте, бурсуки, на вас вся надежда. Опа, опа, опа. Ну блин. Портал в комплектное подземелье мантия тени, серьезно? Нашел, в смысле? Ага. Сходи. Я не знал, что оно здесь. Теперь знаю. Да что-то они с этими порталами замудрили, как мне кажется. Хрен найдешь, блин. Так, 5 раз донести. О, урон рикошет. О, сезонный поход, завоеватель, вершина. А, я что-то выполнил что-то, что мне пока не надо, судя по всему. Привет. Привет, привет, коль не шутишь. Че? Ну, спись, подряд. Еще раз. Градус. Розыск домашних самоцветов. Так. Так. Еще один портал есть. Есть. Давай, закроем. Да славится Акарат. Ту-ту-ту-тум. Опять всякий шлак, судя по всему, выпал. Я это еще не разбирал. Странно. Но это я точно разбирал. Точно. Но думаю, тебя не перебедить. О, все, кончились у меня эти плоти падшего ангела и все такое прочее. Шурик, я сейчас к тебе присоединюсь. Зачем? Ну, пособирать эти ингредиенты. А, ну сейчас, подожди, я этого. Не, я не говорю, что я прям сейчас. Молтеля убью. Ты скажи, когда.
ингредиенты пособирать. Так. 6, 8, 3, 4. Надо будет про этот комплект отдельно почитать. Что-то не понял, как его делать. Про подземелье-то? Ну. Ну, согласен, я тоже когда свое вот это подземелье с шипами проходил, тоже слегка подзамудохался. Честно говоря. Но в целом было забавно. То есть при этом убить пачку мобов, да, окей. Замедлить, да, окей, но нанести последовательно урон 20 противникам рикошетом от умения просто кинжала, что-то из области фантастики. Хм. Ну и на этот, как его, господи, в Google зайди. Зайду, но успеется, не сейчас, не горит мне совсем. Не, понятно, потому что я тоже, честно говоря, не сразу въехал. Зашел в Google, почитал, понял, что я на правильном пути. И пошел дальше, что называется. То, что тут тоже на каких-то, мне кажется, слишком уж, как это, слишком увлечен. Как бы это обозвать? Уважаемый Blizzard, я не настолько заинтересован в вашей игре, чтобы вот это все выяснять и так далее. Ты все еще убиваешь Малтаэля? Нет, я все еще в комплектном подземелье. А. Сейчас найду еще одного моба, убью его, если, конечно, успею по времени. Убью Мултейли, а потом присоединяйся ко мне. Ну, я тебе кину приглашение. Угу. Так, я сейчас на 14-м истязании. Значит, следующее будет 15-е. 15-е. Так, камушки, камушки. Короче, я хз. Дикую пробакланил, но я не могу его пройти, поэтому, ну, его в баню, я выхожу наружу и тут на полтаре. Давай, давай. Меня позовешь? Или сам с Молтейлем разберешься? Не, с Молтейлем я сам, но мне просто надо завершить. Ага, ну да. А потом начнем с нуля, тебя позову. Так если я сейчас войду, я ж как бы... У тебя же не обнулится это все? Или обнулится? У меня нет, но тебе будет не горячо, не холодно. Ну, может, только то, что с Мотелью что-нибудь получишь. Ну да, ну ладно, хрен с ним. Не, смотри, сам могу пригласить. Давай, чё, тоже Мотелью попинаю. Давай. Так, лови приглас. Поймал? Поймал. Чё молчишь-то? Блин, а где? Я ж папе переводил деньги. Шурик, ты учти, я всё пишу. Да на здоровье. Тут никому хуже. Ну окей. Все законно. Ты где? Грузюсь. А, вот. Угу. Ой. Мой компьютер не ожидал такого, такой страшной задачи. Чтобы самостоятельно после приглашения выйти из текущей игры и зайти в другую. Он думает. А вот и я. Отлично. Погнали. Сейчас к тебе тэпнусь. Я тут. Здорово, Шурик. Здравствуйте. Ща я этому накидаю. Ох, я ему накидаю. Сюда иди. Твой. А нет, мой. Не успел я из-под облачка убежать. Догони меня сначала, упырь. Твой мир гиб. Тебе нечего.
нечего спасать. Эх. Шурик, давай, я в тебя верю. Ты только меня поднимать не пытайся. Окей. А то он тебя разом того. Вот так. Это я его разом. Поднимешь? Давай, конечно. Какое-то сезонное достижение. А, быстрый, но мертвый. Ну вот, тут он камней хреново тучи выпало. И уровень еще получил. Из него он сколько всего. Нет, ты знаешь, я не зря сюда пришел. Все, я в город. А сейчас все равно выходить. Это понятно, но все равно не зря пришел. Отлично. Отлично, так, Тираэль. 699 уровень. Ой, а мне... Чуть-чуть. Хочешь прикол? Тебе тоже дали сундук? Да. Спасибо, что... А, подожди. Читер. Нет, мне его просто дали. Вот ты взял сундук, и я тоже его получил. Читер. Слушай, знаешь, я пойду пока своими делами позанимаюсь, ты как закончишь. Нет, нетушки. Погоди, Шурик, нет, а на самом деле, я сейчас выйду, тебе же легче будет. Я просто потом зайду и все. Или я охренел, да? Ну так, есть немножко. Так, я покидаю игру. Это ты по... Сокрушим зло. Что такое? Сейчас, подожди. Корона-то у тебя должна быть. Так, ну, в смысле, тебя же не выкинет. А, ну ладно. Так. Это пока свалим все в сундук. Да куда ты, блин, ё-моё. Это все разбирать. Ты вышел, да? Да. Ага, я тоже выхожу. Вихожу. Ой. Ох. Не знаю, по мне очень удобно получилось. Он еще жалуется на козлов. Сам их разводит. А, два ассасина, блин. Кто? Опять. Кто? Ты. Погнали. Погнали. Что у тебя вон за хрень стоит перед носом? С рогами. А вот то, что выпало сегодня. То, что выпало. Выводишь их? Выводишь? Тю-тю-тю-тю-тю. Так, поехали с первого акта. Не, вон гиблые поля пошли. Гиблые поля? Да, там ключник. А, я во втором акте вообще нахожусь. Ну да, и я был во втором, uh-huh. Только я в первый ушел. Так проще. А, ключник, да, ключник мне тоже нужен. Хотя на самом деле нет. Ты мне нужен не особо. Просто чтобы уж был. А ты где? А, ты вон где, ёлки-палки. Эй, что такое? Да блин, Шурик. Я так пошёл сундук чистить. Да я вам, мне вообще куда-то не туда занесло, блин, ё-моё. Загнали, сволочи. Выпустите меня, гады. Разум тебя занесло. Да блин, я хотел обойти эту всю кодлу, в итоге зашел вообще в какую-то закрытую локацию, блин. А ты где? Вот ты правильно бежишь. А, все. Силы оставляют меня. Нужно подождать. Ты зачем их еще с собой притащил? Мне хватало противника. И теперь их будет больше. Куда? Что, ключник, да, тогда? Паша, пойдем, что, прогуляемся? Он просто недалеко. А ты с ними не дерешься, что ли? Нет, я. А что с ними драться? Тогда пойдем. Со всеми драться. Опыт по... Нет, зато опыт. Да, опыт. Так. Заславится карат. Сейчас вот тут зачищаем, чтобы можно было нормально подобрать барахло и дальше.
Я тебе пободаюсь, я тебя так бодну, падла. Все, можно дальше. Куда дальше? Кладбище проклятых. Интересно, монстры усиливаются. А опыт за них больше дается? По-моему, да. Окей. Всех порвать. Я не готов. Какие невосприимчивые. Сволочь. О, а вот и главный засранец. Размножается почкованием. А, еще 10 штук надо. Чуть, да, еще чкованием. А что там за точка респауна, блин? Что мне написано, да? За вагони? Сейчас, да, на мясника. Нам хана. Почему? Не, мясник он ватный. Ага, для тебя да. А меня он скушает. Я еще не дорос до этого истязания. Мне надо качаться. На качелях? Да хоть на чем. Слишком много здесь тех. Где-то у меня гоблин, во, у меня. Нашел. Блин. Около меня гоблин с кровавыми осколками мертвый. Иду. Что-то как-то далеко очень убежал. Не сейчас. Уж как получилось. Ну, кровавые осколки, это, конечно, не самое нужное, будем честными. Все равно. Да славится Акарат. Дайте выйти. Подвиньтесь. Вы выходите на этой остановке? Нет, ну дайте пройти. Чё встали подаль поперёк дороги? Слышь, дрищ. Ну, проклятый бумер спроклячивать. А чё нет? Передную его пойму. А почему нет? Давай, тогда запускаю. Давай, сейчас подойду. В целом неплохо, по-моему. Для такого случайного сундучка. Ой. Блин. Вы совсем не туда пришли. Вообще не туда. Да. Сейчас я добегу. Ну, то есть ты тоже, конечно, беги, но если что, можешь ко мне кто-то. Хорошо. Вот так вот. Опять не туда свернули. Кто-то знать очень. Знать бы еще, куда это туда. Господа, я смотрю, вы искренне пытаетесь меня убить. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Да, я пришел в чужое истязание, и что? Это не значит, что вам можно меня убивать. Думаешь? Ну, по-моему, я достаточно четко обосновал им свою точку зрения. И судя по тому, как они лежат на полу и не двигаются, они согласны. А, ну тогда другое дело. Это да, конечно. Заодно и уровень получил. А я, кажется, нашел. Погоди минутку. Я тут толпу засранцев перекарампуцаю и к тебе тэпнусь. О, есть 700. Уровень? Да. А у меня
А у меня 529. Да, я пришел, жду. Тапаюсь. Фух. Ну что, пойдем к Мясникову. Товарищ Мясников, можно к вам? Сейчас мы объясним, что быть пуджем плохо. Фрэш мид. Видишь, вот и все. Да. Даже меня убить не смог. Слабак. По-моему, он сказал мама в конце. Я не расслышал. Но может быть. Что у нас там? Ой. Высокогорье. Ты знаешь, я, наверное, все-таки в город сначала слетаю. Давай. У меня уже почти пол. А я пока побегу. Ага. У меня почти полный сундук. Ага, давай, давай. Тафай, тафай. Раз, два, три. Ну, три шмоточки какие-то таинственные. У меня просто уже посчитано, что одного полного инвентаря мне хватает ровно на один акт. А. Так, Блэкторн идет нахрен. Поиски света. Ага. Света, тебя ищут. Ай, козлы дурацкие. Как будто они когда-то были не дурацкими. Блэкторн. Так, 4.17. Ага. У этого чуть выше. Минус 25. Найн. Разберем эту. Иду к тебе. Да, в общем-то, я уже почти закончил. Квест. Ну, да. Вот и все. Осталось чуть-чуть мобов убить. Я присоединюсь, если вы не против. Нет, конечно же. Я тебя покидаюсь, я тебя так покидаюсь, скотина. Ну, собственно говоря, все. Ослабею, пока не получится. Мои силы восстановлены. Окей. Ой. Я в пещеру Арарана. Давай. Арарана. Арара, да. Уруру. Уруруна. Фу. Эту что ли? ЦД убивать? Арану? Не-не-не, не ее. ЦД у Арану, как их там? Какого-то другого хмыря. Подожди, кого надо? Ядовит. Ох ты ж, батюшки. Как будто здесь может быть кто-то не ядовит в этих пещерах, блин. Все. Это был ядовит? Мне лучше, да. Шурик, ты его, по-моему, не убил, ты его пенетрировал. Возможно. Не люблю куклу. А их никто не любит. Не, а зачем? Есть люди, которые любят куклу. Я даже с такими лично знаком. Я вознагражден за свою веру. Ну окей. Все. Домой. Дело ихнее. В смысле домой. А мы то все закончили? Да. Первый акт все. Первый акт все. Хорошо. Очень хорошо. Благодарю. Раскрывай. Так, ну я в отличие от сундуки не коплю. На, стоп, минуточку. А я вот коплю. Копли. О, еще кольцо головоломка. Плохо, я считаю. Так. Да нафиг. Ух ты. Хм. Так. Ну-ка, минуточку. Так. Щ.
Сейчас попробуем. Ну давай, гнездо, блин. Я бы в тракт пошел. Сейчас, секунд. Да? Смотри, да, это лучше. Гоняй. Что? Да, выбил золотое ожерелье Леорик, который на мне сейчас висит. Лучше, чем то, которое на мне, грубо говоря. А. По всем параметрам. Сделал. Ты, короче, догоняй, я пока неспешно пойду. Угу, хорошо. Класс. Чуть-чуть повысил себе все. И в сундук свалить остатки. Иду к тебе. Ака. Это будет хорошая битва. Ай. Силы оставляют меня. Шурик, погоди, там что-то оранжевое выпало. Шлем. Амулет какой-то. Собирай, собирай, я же не хочу. Я просто стараюсь максимально быстро проходить. Что, идем дальше? Белял, пошли убьем. В Долгурский оазис пойдем? Да ну нафиг. За ключами, ну правильно. У меня этих ключей знаешь сколько? Аналогично. Даже у меня их, по-моему, уже больше десятка каждого. Так, кого мы? А, Беляла. Беляша идем убивать. Да, Беляшка. В целом можно не задерживаться, никого не бить. Тут. Ох, ничего себе. Не, ну коронок-то можно и убить. Дыхание смерти с них падает. Я его оформлю. Ну да. А так, да, можно на пролом бежать. Падший батрак. Забавно. Куда же он падший? Ну. Так, все, бегу за тобой. Принимай, принимай. А, ну ладно. Тебя ко мне тэпнут. Угу. Ну шо? Иди сюда. А, куда? Как это? Куда? Стоять! А, логика железная. По-моему, это и есть жалкая иллюзия. Ауч. Болен же, парень. О, сезонный поход разрушитель сделай ноги. Камушков-то камушков, ёк-каламаны. Куда дальше? Пустые, жалящих ветров. Угу. Убивать крошку Барта. Какую кошку? Чью кошку? Крошку, окрошку Барта. Окрошку. Алё, говорит, здрасте. Мне сказали, тут какой-то Барт окрошку раздает. Не окрошку! Да-да-да. Так, а мы, по-моему... Тут... А, нет, пустыня, все правильно, пошли. Да оставь ты их в покое, нахер они нужны. А нужно 75 убить. А, тогда окей. Тогда я тоже буду их пинать. Подожди, а мы туда пошли? Вот вообще? Я тоже смотрю, по-моему, мы не туда пошли. Ну, правда, мы убиваем тех, кого надо. Я сейчас быстренько метнусь. Да. Давай, ты в одну сторону, я в другую. Нет, похоже, все-таки надо к тебе. Давай. Я что-то тоже однажды так же тут ошибся. Да, но врагов-то убить в пустыне жалящих ветров. О, босс. Ты там говорил, что что-то с них собираешь. Да. Дыхание смерти. А что, смерть еще и дышит? Ну, видимо, да. Давай спросим у Мултейля. Нет, Мултейль уже не дышит. О! Гоблин где-то. О, блин. Я слабею от ран. Так, я пошел гоблин искать, вот он.
Еще уровень. Че, пошли дальше? Или еще. А, еще там надо несколько. Еще надо семерых. Несколько штучек поубивать. Ну, кто-нибудь. О, спасибо. Да, ну вот. Только я, ребят, нашел, чтоб их убить. Пошли, туманные пустоши. Пойдем. Туманные пустоши. Я с тобой, если что, только на один проход, но я имею в виду вот эти 5 штук, и я отвалюсь. Ага, я понял. Да, нет, чтобы тебе слишком сильно не мешать. Все-таки я тебя все... Ты мне не мешаешь? Ну, я тебя все равно замедляю, Шурик. Так или да иначе. Не особо. Замедляю, замедляю. А я сказал, замедляю. Да, ладно, ладно. Ты тормоз убить. Куда ты? А, ты уже там? Да, я уже в колодце. А я бегу к тебе. Ну, зайди ты в него. Темно, как у негра в жопе. Не бывал, не знаю. Я тоже не бывал. Но есть такое устойчивое выражение, и я верю его авторам. Я бы не верил людям, которые побывали у кого-то в жопе. Если они не проктологи. Только хотел возразить тебе, упомянув именно как раз проктологов. Как ты сразу это... Может, ты и на проктологе придумал эту фразу? Возможно. Да, говорит, я, говорит, ты, говорит, чего больше всего боишься? Темноты и врачей. А темноты почему? Ты представляешь, сколько там в темноте может быть врачей? Угу. О! О, ты все, да? Хорош. Ну-ка, ну, теперь остался проклятый храм. В этом акте. Пойдем. Храм каких-то праворожденных. Леворожденных, центрально рожденных, хрен поймешь. Родил их, короче, кто-то. А, это да. Храм, я помню. Большой привет Дарксу этому, как его? Бладборну, как мне кажется. Они тут все такие же страшные. Ты Бладборн видел, как там все выглядят? Не. Ну вот тут. Очень похоже, честно говоря. Верю. Сейчас нам нормально все или помочь нам? Да нет, справляюсь в целом пока что. Они меня пытаются убить, я им активно не даю этого делать. Ты знаешь, полное взаимопонимание. Ну это же великолепно. А я сундук нашел, как раз который надо очистить. Эх, как же мне Иринки-то не хватает с ее куриным способностями, блин. Ой, какой-то таинственный мир. Ничем не могу помочь. У тебя есть только я, без куриных способностей. Тише, тише, тише. Я слушаю книжку. Тем Азмодан в Ариадском кратере. Их гибель потрясла преисподнюю, но они были лишь предвестниками возвращения Диабло. Единого зла. Его сила была невообразима. Но и он был повержен, а за ним и Малтаэль тоже их сокрушил. Такое впечатление, что этот храм — это какая-то вообще отдельная локация вне истории, блин. Ну, по-моему, так оно и есть. Прогуляться, что ли, по нему как-нибудь чисто так полностью зачистить, интереса ради. Дневнички пособирать. Вдруг что-нибудь интересное найдем. Может быть. А может, я сейчас этим и займусь, кстати говоря. Че, мы чуть-чуть не успели, да? Да, да и хер с ним. Ну да, согласен. А я обычно человек штуку 80 убиваю. Мы же все на этой карте, да? Да, все. Домой. Вчера или за сундуком. Закрывай. Благодаря бастион. Так. Зачисть сначала, надо избавиться от
мусора. Нет места. О, опять кровавые осколки. Перебор. Эй, господин. Спасибо. Кидала. Где ты там? Кида, вот ты где. Возможно, все. Грабеж среди бела дня. Может быть, потом. А, кидала. Ну такая кидала, я не могу, блин. Так как всегда. Вообще просто. Реально, воспоминания из второй части, когда можно слить несколько миллионов просто в никуда, блин. Угу. Чёрт. Как же мне все-таки нравится музыка именно вот во втором акте. Слушал бы, слушал. И... У меня музыка выкрученная очень сильно в минус. Ну, в смысле, тихо очень. А, нет, она тоже у меня тихо, но я просто, знаешь, так вот прислушиваюсь иногда. Прям настолько, блин, так. Короче, всем рекомендую слушать. Вот удивительное дело, знаешь, вот почему-то пустыня, что во второй Диабло, что в третьей, вот это моя любимая локация, реально. Не знаю почему. Во второй локации мне лут Гален дико просто прет меня с этих локаций. Странно себя ведет. И здесь то же самое, блин. Почему так? И музыка хорошая, и антураж такой прям. Не знаю. Кто-то в Близзардах очень любит пустыню, судя по всему. Ну чё, пошли в Бастион? Сейчас, момент. Предлагаю начать с моста Корсика. Момент, момент. Ладно, ладно, я пока там... Да? Я пока пойду понемножку. Давай, мост Корсика, согласен. Попробую не сдохнуть. Я сейчас дойду, я уж тут. Не дал ты мне погеройствовать, да? Ай. Геройство, я просто вперед бегу. Да геройствовался. Что, ты умер? Убили. Просто залпом огненных шаров сдули. Не думал, что они попадут, честно говоря. Но они оказались весьма меткими сволочами. Так, что тут? Нам нужно второй уровень, да? Понятно, игнорируем всех на первом. Ну, почти. Кроме разве что элитов. Ну да. Да и на элитке на самом деле болт надо класть по-хорошему. Меня всегда, да-да, меня всегда очень веселила тема убивания роя мух мечом или щитом. Да-да-да-да-да. Нет, ну щитом еще ладно, теоретически можно от них отмахаться. Но вот когда с двуручным кинжалом их тыкать, не, ну... Помнишь фильм «Мальчик-каратист»? Да. Старый, помнишь, как там у нее этот учитель пытался палочками мух ловить над столом? Угу. Была у нее такая тренировка своя личная. Вот, по-моему, двуручным мечом от мух отбиваться, это похлеще будет. Наверное, да. Не, ну мух ловить палочками это еще... Ну да, это полный звездец. Ты чё, умер? Ага, я не понял, как это и было. Погоди. Чё вообще произошло? Ща приду, разберусь. Кто тут Шурика обижает? Сюда иди. Все. Все? Все иди, сюда идите. Моей смерти. Пора проверить свои силы. Я тебя пободаю, я тебя так бодну, блин. Как там... В старом мультфильме «Мулан». Я тебе так врежу, что даже твоим предкам больно будет. А я, кстати, не смотрел. Фильм не помню. Серьезно? Угу. Рекомендую. Причем действительно, то ли не помню, то ли не смотрел. Возможно, не смотрел. Ну, кстати, его тоже хотят ремейкнуть. Ты, кстати, на «Короля Льва» так и не ходил, да? Не. Я что-то тоже чувствую. Я хотел сходить, но не пойду. И вот так уже просто обосрали со всех сторон, блин, что-то неохота портить впечатление.
А я просто прикинул, что новое там увижу. Ну так, так в том и дело, что там говорят, что это какой-то криповый, криповый дословный пересказ прошлой истории. То есть, причем криповый в том плане, что типа эти абсолютно ну, натуральные животные, которые прям выглядят как настоящие, очень странно воспринимаются в плане, ну, вот всех этих песенок и так далее. То есть, как бы... Ну, то есть, мимики у них нет вообще никакой, абсолютно. Типа, когда Симба там, когда у него отец погибает, ну, помнишь, он там падает вниз. Ну, этот момент, типа, вот. У них, у всех этих животных на все ситуации одно и то же морда лица. Ну, то есть, блин, они как животные. Животные не умеют эмоции изображать, ё-моё. Львы, по крайней мере. Ну, короче, что-то... Обосрали, короче, этот ремейк со всех сторон. И я понял, что... Ну его нафиг. Я лучше старый мультик пересмотрю. Тем более он сейчас и в Blu-ray есть, перерисованный, красивый. Ну, тем более. Опа, а что там зелененькое выпало? А где? Из сундука, что ли? У меня. Забавно. Какой-то шлем. Э, кто тут в меня кидается? Все. Страх, что ли, потеряли? Ну-ка иди сюда. Они тебя не любят. Вот ты знаешь, это взаимно. Полное взаимопонимание. Ты что, не толерантный, что ли? Они же не негры. И не геи. Они демоны. И что? Это с каких пор у нас... Что это у нас за новая категория льготников возникла? Меньшинство. Хрена себе меньшинство! Нас тут двое, а их вон сколько! Я не согласен. На одну несчастную крепость, в которой, дай бог, там человек 30 тусуется. Чё ты орёшь, блин? Я не могу пошевелиться! Что ты орёшь? Кто не может пошевелиться? Не можешь, не шевелись. Вот именно, чё ты переживаешь? Не могу, блин. А мы чё делаем вообще? А, на это набиваем себе. Набиваем мобов. А то чё так бежим, хорошо, убиваем, бежим, убиваем. Как-то так залипли немножко в процессе. Ну это бывает. Ну, мобы, еще давайте. Нам надо-то, господи, двое. О, мы до конца добежали. О, вовремя ты вылез. Какой молодец, а вот только тебя ждали. Ага. Прям идеально. Так. Пошли, Руинс Черона. Пошли. Идеальный монстр. Пришел, когда надо. А то сейчас назад бежать пришлось. Ловить их ну тут. Да. Так. Вау, какая долгая, блин, загрузка. Ах ты ж курва. Ах ты ж курва. По поводу, что случилось? Да температура опять походу растет. Легкую. Температура растет. Да. У Сергея Александровича. Уже второй день растет. Ну, зато мясо можно жарить не на плите. А кто такой Сергей Александрович? Александр Сергеевич, извините. Это ты. Только немного другого формата. О, ужас. Не надо меня форматировать, я очень прошу. Надо. Не надо. Шурик, ты мне не поможешь, а? А помог бы. Я просто немножко мертвый был. А я не обратил внимания. А я... Ты знаешь, даже, в общем-то, и выжил как-то. Так, минутку. У меня тут огромный, просто гигантский мух, который вот как только я потянулся за тапком, тут же улетел, скотина. Съешь его, поймай и съешь. Блин, надо кошку возвращать. А еще лучше отрави крылья и скажи, что она теперь таракан. Ауч. Отвлекся. Ах вы поганцы, я им сейчас отомщу. Нет, не успел. Я кого-то вызвал. О, нифига себе. Тут какой-то портал возвращения. Вот здесь, видишь? За стеночкой. Угу. Повылазили, повылазили. Упс. Там это элиточка, если что. Давай убьем. Давай. Она
под щитом. Сейчас, дай-ка. О, уже нет. Все, дальше. Башня? Дальше. Башня обреченных, да. Банша обреченных. Бабанша. А, опять ЦД. А, нет, Глаша. Глаша! Убить Глашу! ЦД будет следующим пунктом. Ай. Глаша, все. А, еще 40 штук теперь надо кого-то. Да. Убить ЦД, убить Глашу. О, вон наши 40 штук бегут. Что-то даже интересное выпало, блин, только 34. Пошли ЦДЮ. А, все-таки ЦДЮ надо, да? Да. На Глаше мы не останавливаемся, да? Я, правда, битком совсем. Ну, я, кстати, тоже пойдем в город тогда. Пора возвращаться. Давай. У меня две точки всего осталось. Два этих места. Угу. А я совсем битком в ноль. Ой, так приятно, когда из окна прохладный ветерок такой фигачит. И чего я не на 10 этаже живу? Может, потому что дом 5-этажный? Да, ты знаешь, я тоже об этом думал. О, у меня для Кормака выпала реликвия. Для Кормака? Которая не позволяет ему умереть. Ну. Отдай. Надо, что ли? Ну, вообще, да. То, что мне они что-то не выпадают. Да. А у тебя нет? У тебя она есть? Или тебе не нужна? Еще одна. Где-то была, но я могу отдать. Я, в принципе, без нее нормально живу. Давай. Она мне очень пригодится. Кормак, держи плюшку. Теперь ты в следующий раз со мной пойдешь гулять. Если что, я уже внутри. Понял. Сейчас и иду. Прямым, так сказать, полетом. Чё, куда нам идти-то? Силы оставляют меня. Да убери ты свой долбанный как его, щит этот дурацкий. Понапокупают за донат. Сволочи. Да. У нас будет супер длинное видео по Диабле. Я чувствую уже. Блин, вот был, блин, вот компа помощнее. Я просто стрим запустил бы, не заморачиваясь, и все. Глядишь бы... Народу увеличил на канале. Туда, ага. На другую сторону. А так будет супер длинное видео. И делить я его не буду нахрен. Пусть будет супер длинное. А может, разделю. На несколько частей. Смотри сам. В принципе, можно логически поделить его. Не, почему? Часть, где ты бегаешь один, часть, где мы вместе бегаем. Как вариант? Ну я, Паш, сейчас ведь опять буду отдать. То есть как бы. Ну да. Посмотрим, если оно будет там часа 3, например, 4, я просто по часу их раскидаю. И все, плюс-минус где-то в таком формате. Ты там, что ли, уже, внутри? Да. Да ты не жди, что, иди. Я... А, ты из-за этого. Мои раны затягиваются. Из-за как его? Из-за столбика. У меня уже... Блин, как мне нравится эта штука, которая 10-минутную эту дает работу. Так они долго держатся, все эти статы. Так удобно, блин. Жалко, я говорю, уж миллион раз говорил, ну почему столб молнии 10 минут не держится? Это было бы слишком читерно. Ну и что? А сотое истязание, это не слишком читерно? Такого, по-моему, нет. Будет. Я, знаешь, кстати,
что обнаружил. Не то чтобы даже обнаружил, я давно уже слышал про эту штуку, но как-то ее особо не изучал. Существует какой-то GTA San Andreas Online. Что-то такое слышал. Да, вот я тоже что-то такое видел, слышал. Может, как-нибудь это попробуем? Интереса ради. Честно говоря, неохота. Неохота? Mm. Я все время наигрался. В San Andreas? В том числе. Mm. В первую очередь, в Vice City, конечно. Не, ну San Andreas от Vice City сильно отличается, ты чего? Я знаю. Мочи лохматую! Как Нет, скажешь. Не хочу. Так прикольно получилось. ЦД. Хочешь? Не успела. Мы даже не узнали, что она хотела нам предложить. Ну, не интересно. Она паук. А вдруг она агент Арифлейм? О, а тем более не интересно. Слушай, так может это не все агенты Арифлейм на самом деле? Что они ломятся сюда, пытаются нам предложить, так сказать, что-нибудь. Типа, купите у нас. О. Знаешь, не исключено. Так, сундук. А сколько лямов должно выпасть? 50. 50? Ну смотри, у меня с одного сундука выпадает лям 600. Плюс-минус. Вот сейчас конкретно. Ну, то есть уже который сундук подряд, я хочу сказать. Лям что-то маловато. Ну, тебе нужно что-то около 40 сундуков. Не. 32. Видишь, даже не 40. А у меня сейчас есть 24. Да, 23. Хм. Че, идем дальше? Давай, сейчас только я починюсь, разберусь. Ну я пока опять не в ту сторону. Так, Бастион, пошли на небеса. Я пока в обитель непреклонной судьбы пойду. Ага, я тоже. Обитель. Ой, ну что я делаю? У меня, блин, бичлайф непройденный стоит. Не знаю, что ты делаешь. Да я тут фигней занимаюсь. Со мной играешь. Последняя миссия в бичлайфе просто осталась. Mm. Самое сложное. А, это миссия. А, я помню, это локация под названием «У художника кончились идеи». Чего локация? Это локация под названием «У художника кончились идеи». Ну да. Мои силы восстановлены. Достойный противник. Я слабею. А мы что делаем? А. Еще 25 мобов. А, убить си. А, мы уже убили, что ли, господи. Я успел. А в самом начале. Ой. Меня сдули. Ой. В том-то и дело, что. Ой. Че, пойдем дальше? Да. Ай, меня бьют. Осажденная башня. Ах.